сегодня 17 июля, мы попали на площадку нашего очередного сериала. Сегодня мотор, волнительный день, как всегда. Честно признаюсь, что пока, по крайней мере, на уровне сценария, мне кажется, что это наш самый лучший сериал. У меня прям очень большие надежды на этот сериал. Многие из вас потом будут гордиться, что участвовали в этом проекте. Я могу ошибаться, но я очень сильно на это надеюсь. Дарили кусочек из тарелки, как я уже рассказывал на нашем канале. Есть такая традиция, режиссер-постановщик разбивает тарелку, и с этого момента начинается съемочный период этого проекта. Правда, я не уже перестал собирать эти осколочки. Ну, думаю, может быть, вот этот, может быть, кому-нибудь еще подарю. Такая традиция. Сейчас такая небольшая суета, пойдем пообщаемся с продюсером или режиссером, посмотрим, с кем получится, кто вообще, ну как сказать, отвлечется на наш видеоблог. Пойдемте вместе. Вот это продюсеры нашего проекта, это исполнительный продюсер Аня, продюсер нашей компании «Руслан», вы, наверное, уже знаете, продюсер этого канала. Что за сериал? Ой, сериал у нас будет крутой. В общем, смысл в том, что мы снимаем историю, основанную на реальных событиях. Но это спорная история была, которая очень много обсуждалась в соцсетях. Но, с другой стороны, показываем работу волонтеров, какая она есть настоящая, со всеми их эмоциями, с переживаниями, где кого нахер послали, где кого приласкали, ну, вот с драками, с мордобоем, всем, да, чем положено. Все, как любит Николай Вячеславович, да. Приготовились и начали! Казбек, его здесь надо подработать. Этот проект основан на реальной истории, которая произошла в Алма-Ате где-то 3 года назад. Произошла трагедия. Пропала девочка, ее искали всем городом, Facebook весь гудел. Но после того, как их нашли, оказывается, девочка сбежала с парнем, парень упал со скалы. Что там произошло, непонятно, но он упал со скалы. Мы взяли этот сюжет за основу в своем сериале и написали свою историю. Там полностью художественный вымысел. Нет задачи рассказать конкретно про конкретных людей. У нас не изменены все имена, там много что придумано. Дарина, кого вы ищете? 40 тысяч. Это наш режиссер-постановщик Дарина Манапова. Здравствуйте. Да. Что нужно говорить? Что хочешь. Это YouTube. Первый съемочный день, очень волнительно, мы пытаемся сделать все вовремя. Кто из актеров попал через постель? Тут все проходили мой строгий отбор, я даже эпизодников проверяла, смотрела. Те, кто даже 2 слова говорит, для меня очень важны, потому что эпизоды, они строят фильм. На многие люди не обращают на это внимания, но именно эпизоды, они дают вот это вот целостное видение фильма, сериала, неважно чего. Очень много в этом проекте экспериментального. Для выбора режиссера, написания сценария, отчасти стилистика. Посмотрим, что получится, потому что сегодня первый день, и мы все полны надежд. В принципе, все движется нормально. Я хотел отдельно рассказать, что для меня в этом году исторически поменялась парадигма отношения к сериалам. Именно в этом году, как мне кажется, на моем примере появилась вообще профессия креативный продюсер. Компании, продюсеры стали относиться к этой профессии. Раньше относились так, как кино – это режиссер, вот он делает, вот он творит свое кино, он автор всего, если сценарист, это кто-то там что-то там написал, что надо поменять, да? Ты можешь зарабатывать, получить все от этой жизни, если ты креативный продюсер, конечно, если ты крутой креативный продюсер. То есть это самый крутой социальный лифт в мире. Но для меня в этом году в Казахстане появилось уже нормальное отношение к креативным продюсерам. Я это вижу, потому что меня уже приглашают не как продюсера, который как директора продакшена, который организовывает проекты, там, ну, тоже пишет, как-то смотрит за сценаристами, творческой экспертизой, а уже как креативного продюсера. Просто приглашают ставить проекты для того, чтобы именно организацию сплести вот с творчеством, со сценарием, как это будет, смотреть за художественной частью. Мне это очень льстит. С другой стороны, это большая ответственность, но меня радует, что изменилась эта парадигма, что креативный продюсер стал понятной профессией, зачем он нужен, за что люди там платят такому человеку деньги. Вот, ну, круто, круто. Я думаю, все поменяется и станет лучше.
покидаем площадку нашего сериала и вернемся к предыдущим проектам. Поедем на встречу, которую мы в этом году решили сделать как бы регулярным правилом, что после того, как съемочная группа снимает проект, постановщики собираются вместе, и мы такую делаем встречу, как работу над ошибками. Сейчас мы собрали все постановщиков двух наших проектов, чтобы это обсудить, послушаем, что они скажут. Да? У группы всегда есть недовольство, весь вопрос только, когда они его проявляют. Если они проявляют на площадке, это плохо. Мы решили сделать так, чтобы после каждого проекта пускай выскажутся, пускай скажут, что не так, а всегда что-то не так. Вот. И мы будем с этим, над этим работать. Я надеюсь, пройдет все хорошо, что они совсем нас там не... как сказать, не создадут у нас комплекса неполноценности. Вот. Ну, а так, я считаю, полезное мероприятие. Будем делать это после каждого проекта. Каждый раз, когда ты принимаешь решение, как решить ту или иную проблему, да, или что вообще нужно делать в проекте, в первую очередь надо думать о том, какую пользу это принесет проекту. То есть проекту и то, что люди увидят в кадре. Потому что наша цель, чтобы у нас получился интересный проект, и чтобы зрители наши в кадре увидели все самое лучшее, что мы задумали. Очень часто в проектах, по крайней мере группа, они и продюсеры, они заточены на то, чтобы как бы как группе было комфортно. Да? В принципе, это правильно, потому что если группе комфортно, то они выполняют все задачи. Совершенно есть в этом определенная точная логика. Но все равно, то есть, чтобы было группе комфортно, это инструмент для того, чтобы это пошло на пользу проекту. Поэтому я за то, чтобы проекты получались классными. Это самая главная как бы наша цель, и поэтому мы проводим такие как бы собрание работы над ошибками, чтобы в следующий раз как бы предотвратить их, уже быть ними готовым, к ним готовыми, и чтобы процесс наш усовершенствовался все лучше и лучше. Вот такая штука. Все, мы подъехали. Мы находимся в Rock Crystal, караоке-клубе Rock Crystal, в котором проходит шапка нашего еще одного проекта, тот, который снимался в ауле. Что такое шапка, я уже рассказывал. Значит, шапка – традиционный банкет после съемок. Наверное, мне надо что-то сказать, да? Я знаю, что вам было тяжело, я знаю, что это был, в принципе, тяжелый проект, но как я уже до этого разговаривал, когда приезжал вот в первый раз в аул, любой текущий проект кажется самым тяжелым на самом деле. Точно, даже судя по вашим эмоциям, это было какое-то невероятное приключение. Вот, я хочу поблагодарить вас всех. Вы все классные, красивые, молодые, стильные, несмотря на то, что такие из сельской местности все. Ребята целый месяц снимались в ауле, загорели и сидели там безвылазно. Вот. И теперь, значит, наступил момент, когда съемки закончились буквально вчера. Это мероприятие, которое должен посещать хотя бы на какое-то время продюсер проекта. Так, мы поймали Бейбута Онера, это режиссер-постановщик этого ситкома. Бейбут, расскажи не про сам сериал, расскажи, как тебе жилось в ауле и почему ты не так сильно загорел? Я довольно сильно загорел, на самом деле, просто я сам по себе белый. Такое 50-50, короче, с одной стороны было круто, потому что вечером прохладно, природа, красота, там звезды вообще офигенно. Вот чего в Алма-Ате нет, это звезд. Но, с другой стороны, днем, короче, в 6 утра встаешь, уже выходишь на улицу, уже 28 градусов. Духота, жара, вообще невозможная.
А так, в целом, ну, были свои нюансы, конечно, от города очень отличается. Расскажи, пожалуйста, кого-нибудь удалось закастить из аула? Как были какие-то актеры, которых мы прям в ауле аутентичные брали в кадр? Ну, да, у нас... долго рассказывать. У нас было пару эпизодников из аула, как бы это уже была такая производственная необходимость. И, ну, соответственно, они никогда не снимались, даже в массовке, и приходилось с ними работать. Но... Они попали к тебе через постель? А, нет, там была бабушка. Это было бы странно. Узнаю тебя. Я понял, как попал туда бабушка. Мне кажется, что сегодня вам нужно прямо расслабиться, выдохнуть, да, и дальше все понятно, что все по другим проектам. Но осенью, я надеюсь, на экране мы увидим классный сериал, потому что этот сериал мы ждали долго, он был выстраданный, честно говоря, я уже жду, когда вот он смонтируется, потому что он такой, ну, такой непростой получился, вот. И, ну, все классно, как бы отдыхаем, веселимся, поем. Я такой самый оптимистичный такой человек. Отдыхаем, поем, плачем. Давайте, ладно, спасибо.